Теперь полосу препятствий пройдет Алиса с коляской Руан Марита. Теперь у Алисы узнаем ощущения о коляске Руан Марита. Коляска мне очень понравилась. Она комфортная, ей легко управлять. Также у нее не такие большие колеса, она не огромная. Я спокойно заехала на пандус, а вот с лестницы мне было неудобно немножечко спускаться. Также мне понравилось то, что у люльки есть ручки. Еще мне понравился цвет и не очень удобная регулировка ручки.